улыбаться, когда много забот, и смеяться, когда слезы катились. Она чужому могла быть сестрой, когда видала, что так была необходима. Даже если душа ее сильно-сильно болит, говорила, не страшно, пройдет. Никто мою душу так, как я, не поймет, а другим ничего и не видно. Мудрость ее давала ответ, что земная дорога дошла до предела. Старалась все больше наслаждаться детьми, всех-всех внуков и правнуков, прижимая к груди, за них у Бога просила. Избранники Бога похожи на теплое солнце. Они, тучи раздвинув, смогут выйти из тьмы, лучами согреют без всякой аптечной микстуры. Чувствуя их материнство, разве можно ушедших забыть? Согласитесь, ведь в самом смысле жизни, ведь в самом смысле жизни много граней. Он как бриллиант в людской оправе блестит по-своему у всех. В заключение хочу сказать, 7 дней, как душа ее соединилась через 19 лет с покойным мужем. Они теперь друг другу там нужны. Но знаете, каждой искоркой светящей по 2 звезды с небес вам дарят, благодаря за эту память, на которую сегодня вы пришли. Вам мира и радужия, благополучия и вечного благословения от Всевышней. Огромное вам спасибо за ее память. Пусть земля ей будет лебяжьим пухом. Thank you.